Больше миллиона рублей региональный Минсельхоз готов направить на поддержку самозанятых. Так уже телекоми стимулирует интерес к выращиванию картофеля. Прополка грядок, к слову, поможет и в борьбе с борщевиком, который захватил пустующие сельскохозяйственные земли. Речь об этом и других формах поддержки в аграрном секторе шла сегодня на площадке Общественной палаты Республики в рамках часа с министром. Проекты запустили еще в 2020-м по поручению главы коми. Только в прошлом году прошло 18 встреч руководителей ведомств с общественниками. Поступило больше 200 вопросов. Прямые трансляции посмотрели 80 тысяч жителей республики.